морковка, морковка. Что там с морковкой? О, поднять. Во, во, она растет прямо на глазах. Такая пух-пух. Mm. Все, вот есть кнопка поднять. Оп. Морковь, чертеж, морковный суп. Ну-ка. О, морковный суп, реально. Сейчас пойду сварганю морковный так, суп. Морковку. Давай. Ну-ка, морковный суп. Как он там? Медовуха воинов. Что делает? А, сразу 6 штук. А, медовуха восстанавливает быстрое восстановление выносливости. Выносливость 80. На. Ну, там пока оставь, я... Хорошо. Отлично. Короче, она очень долго бродит, но она того стоит. Только мне, наверное, придется, я, наверное, поломаю эту бочку и поставлю наверху 4 штуки или 5. Так, а что там, морковный суп? Морковный суп у нас. Морковный суп выносливость дает. Он, короче, здоровье 20, выносливость 60. Длительность 1500 секунд. Из одного гриба и 3 морковок. А его еще апнуть можно, оказывается. А, нет, это не его апнуть можно. Ладно. Сейчас сначала улучшение для кузницы поставлю. Так, наковальня у нас есть, да? Угу. Так, это... рубильник. А нет, подожди. А смотри, ты морковку выкопала, семечек тебе не дали? Нет. А, значит, теперь собираем все. Да, а я семечки собираю. Короче, смотри, колода для рубки у нас есть, а тут еще есть какая-то Тесло из бронзы. Она улучшает верстак. О! Сейчас ой, еще что-то появилось. Ну, это еще давно появилось, я просто не заметила. Сейчас я все сделаю. Мне только бронза нужна. Наковальне. Кузнечный охладитель. Мне нужно медь есть. Подожди, а где Тесла? А, вот увидел тоже. Я хочу сделать все это. Меди нет. Нужна медь. Я тебя услышал. Сейчас я только дотаскаю то, что я нарубил. Если хочешь, можешь мне помочь. Нет. Ладно. Блин, сейчас кремень скину. Просто я уже ходок 6, наверное, туда-сюда просто бегаю. Блин, ладно, сейчас помогу. Там очень много. Сколько, на сколько еще ходок? Там? Я откуда знаю, там просто оно. Я все долбил, и оно стакается. И не... Бревнышек лежат много, и много из них по 50 сразу по стаку. Сейчас я тебе помогу, только секу, подожди, мне нужно. А, короче, вот, походу, вот здесь будут зелья. Это, скорее всего, зелье выносливости, а будет зелье ХП, которое будет увеличивать... Ой, не увеличивать, а это, восстанавливать ХП. Вот здесь ты где что? Ну, а. Эти, медовуха и прочее говно. Ладно. Я это имела в виду. Чё, сука, растариться мне надо. Я пойду тебе помогать. Да в целом тут смотри как хочешь. Ну ладно, не надо так не надо. Я думаю, сейчас все сделаю. Пойду лучше морковку повытаскиваю. А ты всю посадила? Нет, я посадила так чисто потестить немножко. Там еще, наверное, семян 40 лежит. Нормально, так за 2 дня она выросла или за 3. Отлично. Значит, надо все тогда будет посадить. Морковный суп с грибами вам делается. Короче, грибов надо кучу. Блин, дождь. Из 3 морковок, нифига себе. Тебе зелье выносливости дать? Ты, блин, ходишь здесь без зелья выносливости? Да, пока не надо. В плане того, что... Ну... Ладно. Отлично. Хорошая хавка. Так, пойду морковь сажать. Всё.
30 семян. Десять меди и 25 качественной древесины. Ладно. Короче, я посажу ее близко, а там она уж сама растет. Хорошо, что хоть здесь еда не портится, хоть это радует. Можно, да, там. Можно делать миллионы. Так, на. Давай. Вот это возьми. Угу. И вот это возьми. Давай. Ну-ка, дай сначала морковный суп. О-о-о. Чё? Ну, длинный. Нормально. Это при том, что у меня только это одна из... Из трех ножка жареная. Да, конечно, еда здесь прям вот очень важный момент.
Стрел пока наделать? Да не, наверное. Не надо? Нет. А я, у меня есть. Ну, у меня, по крайней мере, есть. Ну, просто чтобы они были у нас всегда в ящике, чтобы взять и пойти. Надевай. Все, кремния нет. Зато есть куча стаков стрел. А, может быть, белое, белесое глазное яблоко. Может быть, для какого-нибудь этого. Может, им можно на него канделябры засунуть. А, смотри, канделябры до сих пор не работают. Подсвечник. А, это же подсвечник. Туда, значит, свечу, наверное, вставлять надо. Или... Не знаю. Но он, я когда его повесил, он горел немножко. И все, потом перестал гореть. Понятно. Медовуха вкусная. Хочу затестить, что это такое. Ну, допустим. Медовуха вкусная. А, неизвестно, короче, что это такое. Надо сначала ее забродить, а потом будет интересно. Thank you.
что дальнейший план действий какой? А, все, я, короче, дайл не таскать, если хочешь, можешь там немножко дерево потаскать. А, пойду за медью. Потому что у нас теперь меди а нет. А где таскать-то? Откуда таскать? Внизу видишь этот, где... На карту смотрю, что. Ну, на карте этот. Пещера? Пещера, да. Вот я возле вокруг нее там все почистил. Ладно, значит, пойду за ней. Там увидишь, там будет. Хорошо, туда пойду. А я тогда пойду. Буду басю медь. Так, ну так, где пока ты не ушел, сейчас я гляну вокруг свиней, чтобы нам скооперироваться. Рядом есть медь. А ты тут свиней не видишь? Блин, кроме оленей здесь. Это свинья? Нет, это пенек. Я вижу свинью. Свинью? Бегу к тебе. Ее сагрить на себя просто нужно. Ну или давай ты тогда ее на себя сагри, просто чтобы она за тобой бежала. Я сейчас открою ворота, ты забегай в ворота, чтобы она за тобой забежала. Перепрыгивай там через, и я потом закрою. Блин, игра, кстати, вот так, что-то мне немножко это Зельду напоминает. Ну, графонием, наверное, вот, там же тоже. Стилистика. За тобой свинья не бежит. Бежит, бежит. Где? Блять, вот эта свинья выходит. Ну, сука, куда ты пошел, еблан? И как его теперь? Так, ну это так и будет здесь бегать. Бля, и что с этой свиньей делать? Ну-ка, стой. Бля, давай, давай, как его? Давай, сейчас я его запихну туда. Давай. Да сука, блядь, ёбаная свинота. Запихивай, запихивай, давай. Ща, побегай. Все. Да нет, они выходят. Закрывай. Все. Знаешь что, сделай, наверное... Тамбур, что ли, или что? Нет, потом он приручится, и ворота сделай, чтобы открывались в другую сторону, потому что они, когда закрываются, они выталкивают наоборот. Они открываются от себя всегда. Бля, ясно. Ладно. Ок. Так. А чем приручить? Интересно, они будут есть чертополох? Мне просто даже приручать их нечем. Сейчас запрыгну. Что это такое было? Смотри. Куда? Вот сюда. Ничего. Ну смотри. Это называется охрененная игра. Это называется не охрененная игра, это просто, ну блин. Мне интересно, на каком движке она делается. На движке говной палки. Так, блин. Да ладно. Вам не понять. Вроде кабаны не ссорятся. Все, пусть ходит, приучается и ест. Я такой плыл, увидел грибы и забил на это.
вот, приручайся. Благо, хоть приручение, ну, не скипается, не спадает, как в арке. Не нужно, да. Сидеть и... Так, все, я пошла за... Я наконец-то дошел до него. А я пойду за... Что ты там мне сказал? Дрова. У меня бег 38. Санина таких пеньков остается. Ну, типа от кабана кровь красная, от пеньков желтая смола. Зато у меня, так, кирки 31. Луки у тебя сколько? Луки 34. А у тебя? Чудо, у меня 27. А топоры? У тебя, скорее всего, у меня 32 всего лишь. У меня 42. А, блин, ну, наруби. А блокирование у тебя вообще 0, да? Блокирование у меня... Один. У меня 20. Ну, естественно, ты же с этим щитом
мне надо щит бронзовый сделать. Но сначала нужно апгрейд сделать. Этой. Да, поэтому надо быть. Там бронза нужна и как ее. О, еще одна пещера, в которой у меня не отмечено. Сейчас я поставлю отметину. Сейчас, это, прям где ты, да, стоишься? Да. По-моему, там были. Ладно. Да? Раза? У тебя там есть? Нет, у меня там тоже не было. Ну, чё, просто там... Ладно, может, просто не бегать. Ну, такая, типа, земля. Ой. Ну, я, короче, пока поставлю, попозже придем сюда. Я просто, у меня домой расставится. Угу. Она прям рядом. Да, здесь без меток вообще никак на самом деле. Ну, в контексте того, вот залежь в меток. Только хрен ты запомнишь ее на карте. Правда, почему-то нужны сверки от бронзы. Добывается ее меньше, чем голова. Блин. Блин, вопрос, куда бочки ставить? Для этого? Для брожения? Да. На втором этаже еще место есть? Есть, только я думаю, как. Тогда придется, наверное, сундуки для вещей, которые нам нужны, чуть-чуть сдвинуть. Ближе к дымоходу, скорее всего, так получится. Ну ладно. Так, все разработал.
Рыба, смотри, валяется прямо на полу. Может, это вода поднялась, она... Скорее всего, поднятием воды выбросила на берег. Два кусочка рыбы. Уберу. О, еще. Она, короче, просто тут стоит. Просто я, короче, проплыла, тут понасобирала нафиг эту удочку. Ты там еще много не соберешь, каждый по 200 весит. Хотя, если какой-нибудь камень кинуть. Ну, здесь камней много, да. Сразу закину. Если разрыл здесь, глубоко медь залегает. Прям Майнкрафт, блин. Ну, в контексте того, что реально прям здесь сидишь, роешь, прям вот эту медь. Чуваки, вы что, пришли? Пошли вон. Yeah.
какое первое улучшение сделать? Для кузницы или для верстака? Для кузницы. Угу. Значит, надо 10 меди. Именно про меди или бронзы? Меди. Так, 3 вылезет. И... А, уже вылезло все. Сейчас сделаю. Ну там достаточно быстро, говорю, они... Ой, блин, еще мед. Сколько здесь копать можно? 5 качественного дерева. Делаю улучшение для кузницы, кузнечный охладитель. Угу. Ведро вот. Теперь вопрос, куда его воткнуть. Мех. Что, нужно дом расширять? Да нет. А если его на второй этаж воткнуть, он дотянет? Не знаю. О, а я его это под лестницу воткну. Угу. А нет, не воткну. Не помещается. Блин, как ночь, короче. Здесь там так много становится. Даже здесь уже на лугах. Очень сюда поставлю. Можно меч улучшить, но только, блин, нужно. Приходи. Так, из 3 бронз сделать Тесло. Тесло, блин. Тесло. Угу, но... Походу такое слово-то есть? Ну, конечно, есть. Просто современному уху. Уху, да. Все, по-моему, я все здесь разработал.
делаю Теслу. Блин, какое огромное. Еще и куда его, блин? Короче, а можно его на улицу поставлю? Поставь. Главное, чтобы дотягивалось. Сейчас. Да, оно дотягивается. А, нет, подожди, а чё? Почему я не могу поставить? Он, короче, только дома ставится. Так что я не могу на улице. Ладно, на второй этаж тогда засуну. А, там тоже нет места. Короче, надо бочку отсюда убирать. И ставить вместо бочки. Ладно, пусть пока здесь стоит. Блин, как оно кривое, косое. Мешает так. Я думаю, наверное, баф этот поменяю. А на какой поставишь? Ну, в бег. У меня сейчас топоры. Ну, точнее, рубка дерева. Короче, пусть пока здесь стоит. Верстак. А то просто, блин, некуда вообще ставить. О, это же четвертый уровень верстака. И теперь можно улучшить плащи. И вообще свои шмотки. О, кайф. Ладно. Шкура тролльки. Новый уровень постройки. Так, там все. Блин, портал. А, вот для чего. Глаз дворфа и ядро суртлинга для портала. Соединяется с порталом с такой же меткой или без нее. Я знаю, где мы портал поставим. Прямо возле торговца. Ну, в целом, да. Оберег. Стоять здание или открывать двери. А, ну это нам не надо. Короче, ну, оберег. Я для красоты поставлю, как бы, как функционал нам это не нужно, но для красоты он просто симпатичный. Плюс, может быть, что-то на самом деле откроется. Ну, может быть, но это вряд ли. Так, строительство. Можно острый коле поставить, можно деревянный дракон. Деревянный дракон. Это на крышу ставится деревянный дракон. Типа конек. Да. Блин, но я нам над выходом поставлю. Мне нужно 10 качественных древесин. Извини, конечно, но придется пожертвовать 10. Ага. Их 3. Эх, ладно.
ты можешь бегать. Бревенчатый брус. А для чего, интересно, бревенчатый брус? А есть бревенчатый столб. А вот, можно посмотреть, как этот конек будет выглядеть. Ну-ка, вот сюда вот будет припердолить. А, хотя нет. Кстати, довольно-таки симпатичная изба будет. Мебель. Так. Бело-красный полосатый флаг. А, вот тут еще, короче, ягоды используются для покраса. Синий mm-hmm. флаг, короче, черника. Черный флаг, уголь. Интересно. Можно кресло сделать? А, нет. Я вообще ничего не могу сделать, потому что у нас не осталось. Чего? Этих. Блин, подсвечник. Почему же он не работает? Ну-ка, можно я загуглю? Загугля. Меня просто так бесит. Я, блин, старалась, ставила подсвечник сраный, а он не работает. Подсвечник. Да ты мне кастанул, да? Да, я просто, мне надо. Сейчас, розовой буду бегать. Что-то нигде не написано про подсвечник. Не понимаю, почему он не работает. Ну, может, он работает, его не видно. Ладно, раз он не работает, значит, я его поломаю. Что не работает, то как бы не живет. До свидания, подсвечник. Может, потом разберусь, что с ним не так. Час. Час ночи. Ну, ладно. Что ладно? Почему ладно? Нет, не ладно. Ох, бочка на меня покатилась. Почему ладно-то? А почему не ладно? Ну, потому что спать надо, так сказать. Ну, поспи. Ты будешь свой синий плащ там надевать, если я его улучшу? Так, а сколько тебе улучшенный дает сейчас? Улучшенный мне дает. Так, сейчас скажу. Блин, сейчас я сравню их. Прочность на 50 прибавилась. А броня? Сколько брони? 2. А было 1. И все. Только на 1 единицу брони увеличилась. И прочность на 50. Было 500, стало 550. Ну ладно, пусть еще полежит. Угу. У меня просто тоже 2 брони. Я просто думаю, вот я сейчас еще же могу на 4 уровень улучшить.
Все, можно здесь уметь убирать. Все ресурсы возвращаются. Такое счастье. Просто можно двигать как хочешь. Ну, как товар. Ресурсы проще добыть. Ну, да, там просто большие количества. Плюс есть я. Я как бы себя не хвалю, но... Написано? Нет. Это кузнечный охладитель выглядит как сральная игра. А, вот что значат эти штуки. Короче, смотри. Вот так вот наводишь? Да, они... Они это... тянутся туда, что улучшают. Что улучшают, да. Понятно. Ты здесь всю древесину, да, собрала? Ну, там вроде что-то насобирала. Ого, такая куча. Куча чего? А. Вот этого. Все будет.
радуется. Кабан любит вас. Я тоже в один раз подошел, погладил. Люди не кидаются потом, не приручаются. Другой съедает. Да, они как-то странно. Надо тут стульчик поставить. Кабан. Интересно, на какую глубину можно уйти? Ну, где-нибудь проверь тихонечко. Выросла? Нет, просто где-то нашла. Блин, я теперь малину вижу как самое ценное в этой игре. Ну а фиг ты здесь, блин, без еды, и особо ты ничего не поделаешь, если так. Вниз копнул, короче, еще медь нашел. Прям вообще. А ты вырыл? Там, где я вылезешь? Уже. Да, я вылезу. Там, где я уже все раскопал, еще, короче, вниз просто пошел и еще на медь нарвался. Собираю.
Я, короче, определяю наступление ночи по заголовку «Вам холодно». То же самое. Потому что я-то в землю сейчас смотрю. В земле роюсь. Смотри. Что там? Челик? Просто какой-то мужик с... Я боюсь к нему идти. Сейчас, подожди, я подойду. Давай быстрее. Потому что он, может, он только ночью появляется. Сейчас бегу. Просто какой-то мужик в халате с... Ой, тут как далеко. Сейчас. Он не двигается, да? Да, он просто стоит. Сейчас, просто постой, буквально, может быть, стою, 5 минут. Да. А все пропал. Он просто исчез сам. Блин, надо было, наверное, к нему подойти. Блин, что он значил? Блин, мне теперь стрёмно в той яме ночью рыться. Теперь так обидно. А он полюбас еще появится. Не появится. Он, наверное, какой-нибудь такой, знаешь, был, типа, если найдешь, то... Да появится. Хорошо. Появится. Но его нет. Он появится, блин. Он, походу, ждал, когда я к нему подойду, и такой, бля, ну все. Типа, не собираются к нему подходить. Он, наверное, может быть, шмот крутой дал бы. Да ни хрена он не дал бы, скорее всего, что-нибудь рассказал бы. Тем более. Либо просто исчез бы. Вряд ли. Ну, давай не будем гадать. Появится. Надо было подходить. В следующий раз не будет. Ай. Это больно. Оружие менять на этот 1, 2, 3. Когда бежишь. Ну его нигде нет. Ого. Ну ты можешь уже сюда не бежать, его тут нет. И не будет больше. А тут всегда полнолуние или нет? Я просто... Всегда, кстати. Thank you.
Интересно. О, намного теплее. А, я, блин, к огню подошел. А, это, короче, звуки такие издает этот. Он опять мужик. Сейчас иду, все, иду к тебе. Да он сейчас исчезнет. Ну не ладно, успеешь. Подходи. А, подожди, ладно. Я надеюсь, он меня не убьет. Это ты рядом с этим. Сейчас. Сейчас я бегу к тебе, все, ладно. Ты даже до него добежать не успел, сама? Mm-hmm. Да. Ну, походу, только ночью появляется. Ну, я так считаю. Я бегу. Скорее всего, рядом с этим. С алтарем. Да вряд ли. Ну, я имею в виду, что типа смысл ему там появляться. Рядом с алтарем. А почему он со мной рядом не появлялся? Я не знаю. Ну вот я у алтаря и чё, иди мужик. Блин, такой шум прям, как будто это. Этот ветер там, знаешь, подштормовый, прям как по-настоящему. Который, ну, мурашки, что ли, от которого идут. Прикольно. Опять тишина какая-то. Ну, рассвет. Я успел прийти. Да, и смотрю. У вас больше нет. Ну, привет. Привет. Может здесь дождаться ночи? Так, сохранится или? Ну, типа да, сохранится. Что, выходим? Ну, да, давай. Mm-hmm.
О, сейчас камень почитаем. А, ничего уже было. Про то, что можно дом построить. Mm-hmm. Малина. О, это ты? А, это ты. Да это я. Смотрю, думаю, что за первобытный человек бежит. Может быть и дальше бы поиграл. Ну давай еще часик поиграем. Да спать надо, ты че? Я завтра тогда в магазин смогу пойти. Так что, сейчас грибы подберу и пошли, выходим. Может, ну нет. Я хотела предложить, типа, лучше завтра пораньше встать и поиграть, но нет. Чего мимо одуванчиков бежишь? Одуванчики тоже собирать? Конечно! Из них, блин, половина еды делается. Mm, ладно. Я тут, блин, что думаешь, хожу? Это что, собаки у тебя? Нет, олень орёт. Mm. Поселение какое-то нашел. А, бегу где? Ну не поселение так. А, ну это не поселение, это просто какое-то непонятное. Фигня какая-то. Но там мог быть ули. Ули не было. Нет, в тех штуках, по-моему, их не бывает. Ну что делаем? Выходим? Ну да, ты говоришь, выходим. Ну да, выходим. Ну просто чтобы не сидеть допоздна. А как мы идем сохраняться или прям так выйдем? Да, прям так. А как где мы протанем? Ой, где мы тогда на кровати восстанем? Нет, мы вот где остановимся, там и восстанем. Сейчас только к тебе прибегу. Да, давай вместе там, здесь, на вот этой полянке. Сейчас бы скриншоты делать. Да, в чем бы нет. Ну хоть бы приблизил. Что это такое? А, это дерево. Блин, там глаза светятся. Да. Ладно, выхожу.